Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Здравствуйте, дорогие подписчики, хочу посолить капусту в 3-литровой банке. Так, маринад. Сейчас вот тут, вот, здесь у меня 1,5 литра, а как раз на 3 литра хватит. Для маринада надо взять соли, 2 столовых ложки. Вот, и ложку столовую сахара. 1 грамм получается. Вот здесь сахар у меня есть. Так. Смешиваем. Сейчас зальем кипятком. Пускай настаивается пока. Так, кипяток уже готов. Вот, заливаю здесь кипяток сюда. Это у нас маринад. Вот я не полный налью потом. Если что, здесь еще подолью. Вот. Размешиваем маринад. Вот. Капусту я уже делал в прошлый раз. Мне понравилось. Но здесь я уже половину капусты слопал. Да? Так, куда мне поставить-то? На доску надо, на какую-то еще. Или сюда поставить, хер с ним. Блин, все равно старый. Так, в банку надо положить несколько листиков лаврушки. Вот, и теперь здесь я свеклу, буду со свеклой, сейчас свеклу почищу. Одной свеклы достаточно. Я тут раз делал одну, как раз. Вот здесь немножко подвяло свекла там это. Все, сейчас помою здесь вот, чтобы мало ли здесь я цепанул эту очистку, она все-таки грязная была. Так, сейчас помой свеклу чуть-чуть. Так, вот свекла, начинаем резать капусту. Капусту резать надо крупно. Так, ладно, свеклу сюда. Я в прошлый раз мелко резал, крупному сейчас порежу. Все, закладываем капусту сюда такими крупными штукенцами. Мне так лучше нравится. Их доставать удобной вилкой. Не посолится очень. Мелкие как-то мне не нравятся. Вот такими. О. Так. Положили. Берем свеклу. Режем на пятаки такие. Вот. Можно даже пополам разрезать. Вот, и бросаем туда. Вот так, будем сейчас укладывать капусту ластами. Так, где там у нас?
бросаем там в разные стороны свеклу. Набиваем банку побольше. Я в прошлый раз мелко резал. Ну, что таким крупными резать. Их доставать удобно. А такого ножа мне нету, чтобы резать мелко. А я не... Вот этот лучше мне так нравится. Когда я крупно так резал, на вилку хорошо насаживаются они. Это капуста. Так. Свеклу берем. И перекладываем, то есть такими слоями перекладываем. Набиваем потолще. Так, набили. Эти хвосты я съем. Беру вот эту, мелкие которые. Потуже. Набиваем потуже. Она все равно там сядет. Вот я в прошлый раз сделал. Мне так понравилось. Я, правда, первый раз ее делал. Все. Так, сюда наливаем 70% уксус, чайную ложку. Капуста быстрее просолится. То есть, ну да, все, больше не надо чайную. Здесь это пипирка хреновая, плохо лезет. Так, все. Все, капусту. Вот, это мне еще осталось здесь еще. Потом съем. Все. Ставим ее сюда и заливаем кипятком вот этим. То есть этим маринадом заливаем. Еще можно поплоскать. Можно положить черный перец с горошком, если он у вас есть. Если воды не хватит, можно подлить будет потом. Но здесь где-то в этой кружке 1,5 литра, а здесь я немножко не долил полностью. Вот, надо накрыть крышкой, поставить в какую-то в миску, потому что она будет бурлить. Что-то не хватило. О! Сколько там? Блин, еще не хватило.
Так, еще можно добавить половину ложки соли, раз не хватило. О, ложки половины тоже соли. Вот, и налить еще кипятка. Я в прошлый раз морковку еще клал сюда. Горячая зарядка. Чуть-чуть не хватило воды. Чуть-чуть надо еще не подарить чуть-чуть. Надо помнить, чтобы она была это здесь вот, прям за под лицо. Все. Эта крышка у меня была железная. Вот, сейчас на это еще. Крышки левой. Так, потом вот здесь крышку возьму. Настоящую. Так, и куда-то надо поставить какую-то кастрюлю. Может, так она начнет подбурлить. Я, правда, напачкал чуть-чуть. Вот. Так. Ну вот, она сейчас постоит. Начнет краснеть от свеклы. Цвет поменяет, естественно. И будет вкусная. То есть она должна постоять 3 дня. И она уже вся проквасится, просолится, и можно будет есть. Вот, поэтому я уксусу сюда эссенцию немножко налил. То есть, она, можно, конечно, без эссенции наливать, но она дольше будет это кваситься, киснуть. А с уксусной эссенцией, она, если у вас нет эссенции, можно налить столовую ложку уксуса 9%. И все. И потом это самое ее как бы прокалывает. Как бы вот так вот прокалывать, то есть сутки пройдет и прокалывать, чтобы воздух выходил оттуда, чтобы вот этот вот процесс брожения начался. Вот, ну крышкой так прикрываете, ставится какую-то емкость, потому что здесь начнет брожение идти, и будет часть воды вылиться сюда вот. Ну, у меня сейчас нету ничего такого, чтобы положить сюда. Ну, я здесь эту самую... Ладно, я потом сюда поставлю эту, как бы, сковородку. У меня есть такая широкая, есть, поставлю, она как раз широкая, такая высокая. Вот, короче, вот такая будет маринованная с этим, со свеклой капуста. Вот, то есть от кипятка свекла начнет отдавать свой цвет, и капуста ваша полностью станет красноватого цвета, то есть не белого, а красноватого. Но это должна пройти 3 суток. Ну а на 4-й день можно уже эту капусту кушать. Вот. В прошлый раз я ее резал мелко, но доставать вилкой неудобно. Вот. А когда крупно вот так режешь таким кусками, то прям берешь и насаживаешь, и можно есть уже. Хорошая закуска под стаканчик херши. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы здесь есть видео. А у меня клеенка, вот эта, видите, он желтый. Это у меня, это здесь куркума у меня вот здесь стоит. Вот она. Целый килограмм. Мне куркума здесь один мой подписчик привез. Вот. Я ее там пью тоже периодически, каждое утро. Вот. И потом покажу, как надо пить. Там надо разводить. Куркума сама плохо впитывается, ну, в желудке, поэтому ее надо пить с перцем, с черным молотым перцем, еще добавлять туда растительное масло, то есть с маслом размешать, перец черный, куркума, и вот чайную ложку взять в рот и немножко как бы рассасывать, не сразу глотать, а рассасывать. Говорят, очень полезное.
она и желчь начинает больше выделять. И все это как бы у вас желудок начинает лучше работать. Все, спасибо за просмотр. Через 3 дня посмотрим. Я думаю, капуста будет хорошая. Вот даже здесь кусок остался из того, что я здесь крупную резал. Я в прошлый раз, у меня был качан больше, я мелко резал, мне туда больше зашла капуста. Ну ладно, и так пойдет, в принципе. То есть на такую 3-литровую банку одного кочана и одной свеколки достаточно. Я еще в прошлый раз морковку сюда добавлял, такую длинными, резал длинными пластами сюда. Но здесь у меня морковки нету, и пойдет со свеклой. Здесь еще одна свекла осталась. Вот, если что, я еще вот этот кусочек капусты, что осталось, тоже в какой-нибудь банке в литровой досолю. Вот. Понятно, да? То есть на 3 литров надо налить 1,5 литра кипятка. Значит, получается 2,5 ложки соли и столовая ложка сахара. То есть маринад делаем, и получится просолка как раз будет хорошая. То есть не пересоленная, вот, то есть нормальная. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. На канале уже сделал 2000 роликов, но смотрит очень мало. Ну, 20 человек, 30. Не то, что как у некоторых. Сделает ролик, 2000, 3000 смотрит. А мне только... Хотя у меня 8000 подписчиков. Не все это смотрят. Просто, видим, тут заимки подписались. И больше и ничего никто не хочет смотреть. Вот такая будет капуста. Здесь у меня стол такой. А еще можно, если нет уксуса, можно вот здесь вот не лимон лежит. Можно взять лимон, разрезать туда, положить 1/2 лимона. Тоже еще будет лучше, потому что витамин С в этом в лимоне. А уксус все-таки он его делает как-то, не знаю, каким-то другим способом. Вот, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. А, даже можно, я говорил, сюда еще черный горошек, перец, несколько горошин бросить. Вкус совершенно изменится, совершенно будет другой. Такой ароматный, вкусный. Вот, если у вас есть клюква, туда еще можно клюкву положить. Немножко, там, столовую ложку клюквы. Спасибо за просмотр. С вами канал «Свет для огорода». Всем пока-пока.